Ребята, я просто в шоке. Вышла новая обнова, поэтому не перематывайте это видео, а пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, потому что, ребята, это очень-очень грандиозная обнова, и сегодня я про все расскажу. Ребят, добавили новые скины, добавили новые медали, добавили новые режимы и добавили новые заставки. Ребята, это просто офигенно. Поэтому ставь лайк и смотри дальше. Вы меня часто спрашиваете, мол, Кент ПК, откуда у тебя такие крутые скины? Это все благодаря компании 1xBet. Спонсором данного видео является компания 1xBet. Это высокий профессионализм сотрудников, быстрая и качественная работа и множество спортивных дисциплин. Приятный бонус по промокоду Кент. Всем привет, Кент на проводе, и черт возьми, ребята, вышла обнова. Вы просто обязаны за это поставить лайк. Ребят, кто ждал, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну что же, поехали. Вот она, наша обновленная версия, и вы, ребята, просто взгляните, какая же офигенная заставочка в начале игры. Блин, как же это круто, обалдеть, ребята, мы этого очень долго ждали. Добавили 3 новых режима, ребят, 3 новых режима, новую карту, кучу новых скинов и новые медали. И прямо сейчас мы с вами все это рассмотрим. Ребята, просто посмотрите, просто внимательно посмотрите. Новый скин на USP. Новую медаль, новый скин на МП7, новая еще медаль, еще 2 новых скина на USP. Охренеть, ребята, я в шоке! Блин, сколько же я видео сниму по этой обнове, честно говоря, прям не верю в это. Также, посмотрите на это, добавили новый скин на АКР, какой же он обалденный. Блин, ребята, вот прям с завтрашнего дня начну открывать кейсы и выбивать эти новые крутые скины. Я в шоке, ребята, блин, вы просто на это взгляните. Но, ребята, это далеко не конец, вы просто взгляните, что есть дальше. Нажимаем кнопочку «Играть», и, черт возьми, добавили 3 новых режима. Дуэль снайперов, ремпейдж и захват флага. Я просто в шоке, ребят, как же я рад! Обалдеть, я просто не верю своим глазам. Давайте буквально пару минут поиграем все эти режимы, я хотя бы расскажу, что это и как это. Потому что, честно говоря, мне очень-очень интересно потестить, поиграть и сказать, это стоит ли вашего внимания или нет. И это наш первый режим захват флага. Ребят, вы просто на это взгляните, как же все классно, как же все красиво реализовано. Суть крайне проста, нам просто надо найти их флаг и принести на нашу базу. Вон, ребят, он вот этот флаг, и нам надо его просто забрать и принести на нашу базу. Это офигеть как круто, и лично я этого очень долго ждал. Блин, ребят, я не верю своим глазам, как же это охрененно. Ребята, а это новый режим под названием «Дуэль снайперов». В чем суть данного режима? У вас есть снайперка М40, у вас есть пистолет и у вас есть нож. Все, что вам надо делать, это, ребят, просто брать и убивать. Но убивать тут не так просто, потому что тут очень-очень низкая гравитация. Или высокая? Не, вроде низкая. И, ребята, мы просто берем и прыгаем до небес и пытаемся кого-либо убить. Но это не так просто, как кажется. За каждое убийство мы получаем по 2 очка. Если убиваем в голову, то получаем 3 очка. И, ребята, честно говоря, это охренеть как круто. Я очень долго ждал именно таких режимов, потому что, ребята, раньше было всего лишь 3 режима, это было очень скучно, но теперь стендов, это просто моя любимая игра. Как же я долго ждал эту обнову. Ребят, кто так же, ставьте, пожалуйста, лайк. Я думаю, что я еще сниму не одно видео по этой обнове. Вы, ребят, самое главное, поддержите меня вашим лайком, вашим хорошим комментарием и напишите, что я пропустил, потому что, ребята, я о многом не сказал, поэтому я вас очень прошу, напишите в комментариях, что я забыл, что я не сказал и что я пропустил. Ну что же, в принципе, на этом все. С вами был ваш довольный Кент ПК. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите хорошие комментарии. Ну а с вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока. Пока-пока.